Всем привет, подписчики моего канала. Вот хочу похвастаться, какой игровой комплекс я для своей любимой кисули создал. Вот. Такую фишку купил. Ну, это давно было. Еле допер до дома. Вот. Еле собрал. Потому что по инструкции там собирать было очень даже интересно, что они там написали. Пришлось методом научного тыка. Вот. Вот этот гамачок один из, в котором Аська любит лежать, отдыхать. Вот этот вот игровой комплекс. Вот эта коробочка из-под холодильника, которая стоит в моей комнате. Не выбрасываю, потому что Аська тоже любит сидеть там. Вот это сама кошатина Аська. Во втором гамачке лежит. Вот. Вот это ее игрушки. Она их любит сбрасывать. Куча мышей. Ась, скажи что-нибудь. Вот. Потом вот лесенку купил. С полочками для кошки. Правда, там она трусит туда залезать, поэтому мои кепки там лежат. Вот. Вот на день рождения еще одну купил фишку с когтеточкой. Вот. Вот еще одна когтеточка для моей любимой кошки. А сегодня третий гамак заказал с полочкой. Вот планирую сюда повесить. Вот тут будет полочка. Ой, вот. Чтоб отсюда запрыгивала. А вот сюда третий гамак повешу. Ну, как-то так. Так что, я думаю, мои лапки, ушки. О, кошачья лапа. Кошачья лапа. И морда. Так что у тебя, Аська, скоро будет целых 3 гамака. Где захочешь, там будешь спать. Ну, а на этом пока с вами прощаюсь. Вот. Еще раз. Вот этот вот комплекс игровой. Во. Ну, вот как-то так. Как-то так. А, еще мышка. Еще кошка. О. Ладно, до новых встреч.